всякому духу колдовства, духу чародейства, духу ворожбы, говорю, вон, вон, вон немедленно! Это проклятие болезни будь разрушено сегодня! Это проклятие бедности будь разрушено сегодня! Это проклятие ночных кошмаров будь разрушено сегодня! Я говорю этому проклятию, будь разрушено сегодня во имя Иисуса Христа! Многие люди сегодня жаждут получить решение от Божьей силы, но они не желают подчиниться Его воле. Но я говорю вам сегодня, что благочестивые решения требуют благочестивого подчинения, благочестивой капитуляции. Так что нам пора сдаться Богу прямо сейчас. Подчинитесь Его воле, подчинитесь Его путям. Знайте это, люди Божии. Иисус Христос знает вашу боль. Он знает ваше бремя. Он знает, через что вы проходите в данный момент. И у Него есть решение. Иисус Христос есть поднимающий наше бремя и исцеляющий наши раны. И могучая сила, которая течет во имя Иисуса Христа, сильнее любой силы тьмы или угнетения, и больше, чем любая форма болезни и несчастья. Так что прямо сейчас отпустите, отпустите любую обиду, горечь, негодование, и впустите Целителя в свое сердце. Впустите Искупителя в свое сердце. Впустите Восстановителя в свое сердце. О Святой Дух, позволь Твоей освящающей силе коснуться каждого сердца прямо сейчас. Пусть Твое освящающее влияние коснется каждого сердца прямо сейчас. Каждому сердцу, запятнанному грехом, говорю, очистись кровью Иисуса Христа. Та боль и позор прошлого смываются сегодня, смываются, смываются сегодня. Получите прощение сегодня, получите прощение сегодня. Прямо сейчас я говорю тому духу, который скрывается за вашим рабством. Услышь голос Бога. Выходи прямо сейчас. Выходи, выходи прямо сейчас. Maintenant, je parle à cet esprit derrière cette servitude. Allez, sors, sors maintenant au nom de Jésus. Тот нечистый дух, что стоит за вашей болью, болезнью, скорбью, кошмарами, выходи, выходи, выходи во имя Иисуса. Ese espíritu detrás de tu dolor, de tu enfermedad, de
tus pesadillas, de tu aflicción, sal fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Cet esprit qui vous cause la maladie, l'affliction, les cauchemars, sort, sort au nom de Jésus-Christ. Ты дьявол. Ты причина этого рабства. Ты причина этой боли. Ты причина этого несчастья. Я говорю прямо сейчас, ты должен уйти сегодня. Уйти сегодня. Уходи во имя Иисуса Христа. Toi, démon, qui est la cause de la douleur, de l'affliction, pars, pars maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ты демон. Ты должен уйти со своим кошмаром. Уходи со своей зависимостью. Уходи со своей скорбью. Уходи со своим родовым проклятием. Оставь во могущественное имя Иисуса. Toi démon, tu dois sortir maintenant avec tes cauchemars, partir avec ton affliction au nom de Jésus-Christ. Всякому духу колдовства, духу чародейства, духу ворожбы, говорю, вон немедленно, вон немедленно. Ahora mismo todo espíritu de brujería, de hechicería, de adivinación, le digo, fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Tout esprit de sorcellerie, de divination, sort, sort, sort. Это проклятие болезни. Будь разрушено сегодня. Это проклятие бедности. Будь разрушено сегодня. Это проклятие ночных кошмаров. Будь разрушено сегодня. Я говорю этому проклятию, будь разрушено во имя Иисуса Христа. Cette malédiction de maladie, de pauvreté, de cauchemar, je dis soit brisée au nom de Jésus-Christ. Актом веры. Положите свою руку туда, где вы испытываете эту боль, это несчастье, эту болезнь. Положите туда свою руку прямо сейчас. Maintenant, comme un acte de foi, mettez votre main, placez votre main là où vous avez de la douleur. Ты болезнь, услышь голос Божий. Каждый поврежденный орган в вашей системе начинает функционировать. Действует огнем Святого Духа. Ahora mismo le digo a todo órgano dañado, afectado en tu cuerpo. Funciona, funciona en el nombre de Jesucristo. Toi maladie, écoute la voix de Dieu. Tout organe mal fonctionnant dans votre cœur, allez maintenant, sort, sort au nom de Jésus-Christ. Изнутри и снаружи, очиститесь. Изнутри и снаружи, выздоравливайте. Изнутри и снаружи, освободитесь. Освободитесь прямо сейчас. De l'intérieur à l'extérieur, soyez nettoyés, soyez libérés maintenant. Народ Божий, мы видим, как Святой Дух действует по всему миру. Очищение вашего организма от всякой болезни, всякого недуга, всякого заболевания. Присоединитесь к помазанию. Используйте свою веру, чтобы потребовать это помазание и получить свое исцеление. Peuple de Dieu, nous pouvons voir le Saint-Esprit œuvrer maintenant, purger les maladies, les afflictions. Alors maintenant, placez une demande sur l'onction. Да, прямо сейчас, каждая упорная боль в вашем теле. Вы знаете эту боль, которая кажется упорной, которая сохраняется. Я обращаюсь к этой упрямой боли прямо сейчас. Утихни, утихни, утихни во имя Иисуса Христа. Ahora mismo le hablo a esas enfermedades.
enfermedades necias que parece que no quieren salir, esos dolores que no se quieren quitar. Hoy le digo, cesan, cesan, cesan en el nombre de Jesucristo. Maintenant, à toute douleur qui s'accroche dans vos corps, je dis, sors, sors au nom de Jésus-Christ. Я обращаюсь к этой головной боли, которая отказывается уходить. Будь исцелена во имя Иисуса! Будь исцелена во имя Иисуса! Je parle à ce mal de tête qui refuse de partir. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Я говорю о той боли в спине, которая упорно сохраняется. Я говорю той боли, исцелись, исцелись, исцелись прямо сейчас. Le digo a ese dolor de espalda que no quiere irse, que parece no quitarse. Sal y sé sano ahora mismo, sé sano. Maintenant, je parle à ce mal de dos qui ne veut pas partir. Je dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Я говорю той миоме, которая продолжает расти. Я говорю, будь исцелена, исцелена, исцелена во имя Иисуса. Le digo a esos fibromas, a esos miomas que parecen no detenerse en crecimiento. Sé sano ahora mismo. Je parle à ce fibrome qui continue de grandir. Sois guéri, guéri au nom de Jésus-Christ. Каждая боль, вошедшая в вашу жизнь в результате родовых проклятий, я говорю прямо сейчас, очистись, очистись от этой боли, исцеление от этой боли. Я говорю о этой боли, смойся кровью Иисуса Христа. Así que todo dolor que haya venido a tu vida, que haya llegado a ti, hoy le digo, fuera, fuera, se ha expulsado en el nombre de Jesús. Maintenant je parle à cette malédiction générationnelle qui est entrée dans votre vie. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Я знаю, что сейчас есть мужья и жены, ищущие плода чрева, бесплодные. Пришло время помолиться за вас прямо сейчас. Держитесь друг друга верой. Что бы ни блокировало вашу плодотворность, говорю, убирайся, убирайся, убирайся прямо сейчас. Что бы ни было причиной вашего бесплодия, убирайся! Убирайся! Убирайся прямо сейчас! Если вы супружеская пара и вы связаны с этой молитвой, держите своего мужа, держите свою жену. Я хочу помолиться о браках прямо сейчас. Каждому браку, которому грозит развод, говорю, мир, 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 мир во имя Иисуса Христа. Maintenant, à tout mariage qui est menacé par le divorce, je proclame la paix au nom de Jésus-Christ. Каждому браку, которому грозит депрессия, радость, 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 говорю, радость во имя Иисуса. À tout mariage menacé par la dépression, je déclare la joie, la joie. Каждому браку, которому угрожает разделение, я говорю сегодня о единстве и целостности. Hoy le hablo a ese matrimonio y declaro unidad, unidad ahora mismo. À tout mariage menacé par la division, je déclare l'unité et la plénitude. Да, ясно, что дьявол атакует браки. И помните, что оружие дьявола состоит в том, чтобы напомнить нам о нашем прошлом. Прямо сейчас вся боль прошлого, весь позор прошлого, все сожаление о прошлом смывается, смывается, смывается. Tácticas de Satanás es recordarnos del pecado y del pasado. Así que declaro ahora mismo que todo dolor del pasado entre ustedes, entre los matrimonios, es expulsado, es limpiado, desaparece ahora mismo.
Il est clair, peuple de Dieu, que vous savez que Satan est en train d'attaquer les mariages. Alors maintenant, aux douleurs du passé, soient enlevées au nom de Jésus-Christ. Я знаю, что есть люди, которые держат в руках фотографии членов семьи, любимых, кто физически не с вами. Держите их прямо сейчас. Нет сердца, которого не мог бы достичь Святой Дух. Нет сердца, которого не мог бы коснуться Святой Дух. О, Святой Дух, прикоснись к этому сердцу прямо сейчас. Прикоснись к этому сердцу своей силой. Прикоснись к этому сердцу своим присутствием. Прикоснись к этому сердцу своим исцелением. Прикоснись к этому сердцу своим избавлением. Прикоснись к этому сердцу своим восстановлением. Прикоснись к ним прямо сейчас. Oh Saint-Esprit, touche ces cœurs avec ta puissance, avec ta guérison, ta restauration, ta délivrance, ta présence. Какая бы преграда не сдерживала вас или не сковывала, я говорю этому препятствию: убирайся! Убирайся! Убирайся прямо сейчас! Ahora mismo cualquier obstáculo que te esté reteniendo o te esté haciendo retroceder, le digo, ser removido ahora mismo. Maintenant, a tous ces obstacles qui vous retiennent, je dis, soyez brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Каждый дух, ограничивающий ваш прогресс, ограничивающий ваше продвижение, я говорю этому странному духу, убирайся, убирайся, убирайся прямо сейчас. Это родовое проклятие отсталости, ограничение прогресса, синдрома близкого успеха. Я говорю сегодня этому проклятию: будь разрушена, будь разрушена, будь разрушена! Causando retroceso, estancamiento, que no tengas éxito. Hoy le digo, sea rota, sea rota, sea rota ahora mismo. Cette malédiction qui empêche, vous empêche d'évoluer au point de votre percée, soit brisée, brisée maintenant. В Бытие 50:20 Библия говорит, что то, что враг задумал во зло, Бог обратил в добро. Среди ваших испытаний, среди ваших трудностей, среди ваших затруднений сегодня, я говорю, испытайте благость Божью, испытайте благость Божью, испытайте благость Божью. Capítulo 50, la Biblia dice que Dios utilizó el mal que otros querían hacerle a José, lo utilizó para su bien. Así que yo declaro hoy esa bondad de Dios en tu vida, bondad de Dios en tu vida. Peuple de Dieu, dans le livre de la Genèse 50:20, il est dit que l'ennemi tourne les choses pour le bon, le mauvais. Mais sachez que Dieu tourne toutes ces choses-là pour votre faveur, au nom de Jésus-Christ. Библия говорит в Псалме 24, что когда вы ищете сердце Бога всем своим сердцем, Он избавит вас от яда страха. Говорю прямо сейчас, освободитесь от страха, освободитесь от тревог, освободитесь от депрессии, освободитесь от беспокойства, будьте свободны сегодня. Que cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, Él te libera del veneno, del temor. Así que sé liberado del temor, sé liberado del miedo, de la depresión, sé liberado ahora mismo. Peuple de Dieu, dans le livre de Psaume 24, il est dit que cherchez Dieu et il vous délivrera de tout poison. Soyez maintenant délivrés au nom de Jésus-Christ. Не забывайте о своей нации во время молитвы. Не забывайте свой народ. Вы здесь, чтобы стоять от имени своей нации. Если у вас есть флаг вашей нации, поднимите его прямо сейчас в качестве точки соприкосновения. Просите Бога удалить все силы ненависти и гордыни в вашем народе.
Попросить его прямо сейчас удалить все силы ненависти, гордыни в вашем народе. Пусть любовь ведет, пусть смирение руководствует, пусть страх Божий руководит. Todo espíritu de orgullo y de odio en tu país, que el amor sea lo que guíe tu nación, que la humildad sea lo que guíe tu nación, ahora mismo. Peuple de Dieu, maintenant, demandez au Seigneur qu'il enlève toute forme de haine et d'arrogance dans vos nations, que l'amour guide et que l'humilité vous guide. Просите Бога помочь вашим лидерам управлять делами вашего народа со страхом Божьим. Поручите своих лидеров Богу в молитве прямо сейчас. Peuple de Dieu, maintenant priez et demandez à Dieu que vos dirigeants puissent diriger vos nations avec la peur de Dieu. Mettez vos dirigeants en prière. Люди Божьи, помните, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Когда вы отправляетесь в путь веры, я говорю вашему духу, будь бдительны к проделкам дьявола, остерегайтесь ловушек дьявола, будьте начеку прямо сейчас. Mantente alerta porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, así que mantente alerta ahora mismo en el nombre de Jesús. Peuple de Dieu, sachez que Satan cherche toujours qui il peut dévorer. Mais maintenant je vous dis, soyez vigilants au piège de l'ennemi. Просите Бога хранить вас верными для Его служения, бдительными в Его присутствии и радостными в Его хвале. Попросите Его прямо сейчас дать вам эту бдительность. Peuple de Dieu, demandez maintenant à Dieu qu'il vous fasse fidèle pour son service. Demandez-lui qu'il puisse vous garder en alerte. О Святой Дух, Дух живого Бога, ты знаешь каждое сердце, которое присоединилось прямо сейчас. Ты знаешь их потребности, ты знаешь их сердечные желания. О Господи! Удовлетвори их нужды. Удовлетвори их нужды. Удовлетвори их нужды во имя Иисуса. Espíritu del Dios viviente, tú conoces cada corazón que está conectado en este momento, tú conoces sus necesidades, el deseo de su corazón, te pedimos que hoy los alcances en el punto de sus necesidades, alcánzalos donde quiera que estén en el punto de sus necesidades. Oh Saint-Esprit, toi tu sais tous les cœurs qui sont connectés, tu connais tous les cœurs connectés maintenant, tu connais les besoins, tu connais les désirs du cœur, alors maintenant touche leurs besoins, rencontre-les là où ils ont besoin de toi. Во имя могущественного Иисуса Христа мы молимся. Люди Божьи, слушайте. То, что требуется для восстановления вашего покоя, вы сегодня получили. То, что требуется для восстановления вашей радости, вы это получили сегодня. То, что требуется для того, чтобы вы были удовлетворены, вы получили сегодня. Итак, прямо сейчас верой начните преодолевать все препятствия и радуйтесь своей свободе. Радуйтесь своему избавлению, радуйтесь своему восстановлению, радуйтесь своему чуду, радуйтесь своему прорыву, радуйтесь своему продвижению, радуйтесь своей плодовитости, радуйтесь своей встрече с Божественным.
Теперь вы получили прикосновение от Бога, прикосновение от престола благодати. По мере продвижения вперед, да, могут возникнуть проблемы, могут возникнуть трудности, могут возникнуть вызовы. Но не продлевайте свои проблемы, неправильно реагируя на них. На самом раннем этапе бегите к Богу. Помните, в Царстве Христа нет места обидам, но всегда есть место для покаяния. Всегда есть повод бежать к Богу.